Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленные агентством «Тюменская арена». Успех хоккеистов «Рубина» в этом сезоне во многом связан с тем, что на льду они принимали быстрые, а главное – правильные решения. Под стать им оказались и преданные фанаты клуба. Они всегда находились рядом. Вот и после заключительного матча сибиряков в сезоне болельщики в максимально сжатые сроки подготовили для своей команды встречу без галстуков, в ходе которой отметили заслуги как игроков, так и всего персонала тюменцев. Хоккеисты, тренерский штаб, администратор команды, массажист, врач, менеджер по экипировке и все те люди, кто освещал в СМИ жизнь «Рубина» как на площадке, так и за ее пределами, не ушли с пустыми руками. Каждый получил благодарственное письмо, которому позавидовала бы и самая изысканная августейшая корреспонденция. Подарки, а украшением вечера стал уникальный торт, приготовленный тюменской матерью кулинарии Яной Валей. Бессонная ночь, которую инициативная группа болельщиков провела в трудах, безусловно, того стоила. Мы очень рады, что эти подарки пролежали у нас более 3 месяцев. Конечно, сегодня ночью мы что-то доделывали, докрашивали рамки, придумывали номинации. Старались, конечно, у нас из опыта прошлых сезонов, вот мы уже готовимся заранее. В откровенной беседе с Михаилом Звягином фанаты узнали, что в плей-офф сибиряки действовали на пределе своих возможностей, а порой и за их гранью. Многие играли на уколах, а Константин Фаст на 3 заключительных матча и вовсе выходил со сломанными ребрами. Ну, это просто от природы, наверное, порог более такой высокий, я не знаю, либо низкий, наоборот. И, ну, находили, а как еще по-другому? Только так добиваются победы, только за счет характера, за счет каких-то морально-волевых, когда ты себя достаешь полностью. И пусть шампанское из кубка Владимира Петрова Рубиновым отведать не удалось, зато болельщики по традиции угостили их чаем, взяв напоследок обещание, что в следующем сезоне сибиряки смогут сделать шаг на ступеньку выше. В Тюмени уже в 22-й раз проходит турнир по мини-футболу памяти арбитра всесоюзной категории Александра Руслякова. Правда, родные стены зачастую к его хозяевам неблагосклонны. Тюменцы редко выигрывают эти соревнования, даже когда собирают очень приличный состав. Но в футбол, как известно, играют не имена, что и подтвердил матч между хозяевами и командой из Сургута. Тюменцы давили на протяжении почти всей игры, создали массу голевых моментов. А гости своих шансов терпеливо ждали и весьма успешно их реализовывали. Чтобы спасти матч, тюменцы перешли на игру в 5 полевых. Помогло не очень. 5-й гол они пропустили в пустые ворота. Чуть подсластил пилюлю поражения Абышев, который реализовал пенальти. 3-5, хозяева терпят поражение. И теперь шансов на итоговую победу у них совсем немного. Конечно, с одной стороны, как бы он и такой более дружелюбный, что собраться, пообщаться. Но с другой стороны, конечно, каждый в душе есть спортсмен, и кто-то был профессиональным спортсменом, поэтому все выходят заряженные на борьбу, на победу и отдаются, я считаю, с первой до последней минуты. В областном центре проходит открытое первенство города по спортивной гимнастике среди девушек. 73 участницы, начиная от 1-го юношеского разряда и заканчивая мастерами спорта, спорят за престижные награды олимпийской дисциплины. К тюменским грациям пожаловали гости из Елутеровска, Ишима и Тобольска. Все как на подбор. Гибкие, элегантные, красивые. Но мало кто знает, каких усилий им это стоит. Ну, знаете, по-всякому. На усталость иногда приходится и заставлять, конечно, все. Но они это все прекрасно понимают, потому что мы очень много разговариваем. Не только тренируем, но еще и беседуем с детьми. Потому что и психологическая подготовка должна быть готова у ребенка к нагрузкам, не только физическая. К соревнованиям девчонки подошли серьезно. Ничего удивительного. Уровень подготовки примерно одинаковый, что вызывает высочайшую конкуренцию. Мы стараемся популяризировать, как бы хотим, чтобы больше народу приходило. У нас очень сложный вид спорта, координационно. Нужно очень много сил, ловкости. И не все приходят, очень много народу, но большой отсев идет, потому что только начинается большая гимнастика. Естественно, это страх, боль и трудолюбие не всем хватает. Победители и призеры соревнований получат заслуженные награды 27 апреля. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания.